И всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик, и сегодня мы с вами послушаем «Сквозь баб 300». Трактористы рады будут, да? В общем, «Сквозь баб» — это отличный сатирист, который реально сатирист, как бы, делает хорошую, качественную музыку и смешную, самое главное, да? Судя по названию, я думаю, это, ну, тракторист фигурировать явно будет, ну... Не знаю, конечно, есть ощущение. Вот. Посмотрим, что это такое. Let's go. Есть у султана брат, принц Джеффри, который еще больше помешан на сексе. У него тоже есть свой гарем, собственная огромная яхта, которая называется Tits, что с английского переводится просто как «сиськи». Бэйби делает 300, я сегодня тракторист. У меня все супер гладко, хоть и был мой путернист. Пощу постное дерьмо, походу я постмодермист. Молодой пусть и султан, через девиц, через девиц. Ебись, ебись, оно танем, а мне приснился жуткий сон. Будто в моих руках андроид, и я вдруг вызвал эконом. Я проверяю свой Тиньков, а там всего один лимон, и я пускаю пулю. Ой-ой-ой-ой. Всегда кресту, будто девять задних сальто. Я бы сделал госуслуги порносайта. На плечах шаловые ее мансарда. Микки, ему пиколо бастарда. Бэйби делает 300, я сегодня тракторист. Хороший, у меня все супер гладко, хоть и был мой путернист. Пощу постное дерьмо, походу я постмодермист. Молодой пусть султан, через девиз, через девиз. Ебись, ебись, оно конем, а мне приснился жуткий сон. Будто в моих руках андроид, и я вдруг вызвал эконом. Я проверяю свой Тиньков, а там всего один лимон, и я пускаю пулю в лоб. Ой-ой-ой-ой. Никогда не любил спорт, я любил спирт, я на празднике съел торт, подарил сквирт. Но братан мне сказал сквирт, я скажу ски. Да, это мой бро, ёбаный сыр. Ёбаный сыр, ёбаный сыр. Я отец, ты тупо мой сын. Схожу с ума, как слышу басы. Я как джиг, я вырос большим. Так, мужички, планерка, сегодня важный день. Начинаем выпускать мой любимый жанр Бейли Фанк. Решил уже несколько дней, я подзабыл. Вспоминаем трек «Фавела» 21 года. Мне появилось очень много треков в этом жанре, пока не будем загадывать, но, может быть, летом оформим епишечку по этому поводу. Трек 300 выходит сегодня в 12 часов. Кстати, это мой дебют в качестве битмейкера, так что нужна ваша поддержка. Будьте в интернете, ставьте на репит, целую в плечи. Окей. Угу. Бразилиан фанк. Ну... Окей, смешная шуточка от комментатора. В общем, что могу сказать? Качественно, качественно. Есть ощущение, что в припеве что-то с капой, но я не уверен, конечно, в этом. Вот. Это сделано очень качественно, довольно смешно, с задумкой, да. Ну, прикольно, мне нравится. То есть, это не бросовое дерьмо какое-то. Окей, мне нравится. Это действительно довольно классный трек. Но вы же понимаете, что это, ну, посмеяться и не более. То есть, вот, плюсик здесь останется в любом случае. Посмеяться и не более чем. Как-то так. Ну что ж, спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. И обязательно оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Ну а с вами был я, Афан, вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.